Здравствуйте всем. Хочется немножко показать, порадоваться, похвастаться. Вот такую красоту. Вырастить удалось из семян, что я покупал. Точнее, что мне подарил прошлый год покупкам. За что им огромное спасибо. Вот такие вот красавцы. Почти как физалис, но не физалис. Но очень интересная форма. Потом вылазит большой такой фиолетовый цветок. А потом получается вот такая вот семечка. Вот. Естественно, помимо визуального наслаждения, это все будет применяться в украшениях от DM Скала, поэтому жду заявок, ну и в то же время жду размер, потому что, в принципе, работать с ними можно уже сейчас. Вот такие вот маленькие красавцы, хоть серьги, хоть кулончики необычные, а можно дождаться осени, когда это все будет высыхать, скелетироваться, и работать станет еще проще. Поэтому вот такая вот красота.